всем привет. Hello. Сари. Аньонсео. Еще раз привет. Я, в общем, вышла в магазин, чтобы скинуть деньги подруге, потому что так надо. И, в общем, прикиньте, там закрыто на карантин. Это даже не магазин, я вообще оговорилась, это парикмахерская. Там есть терминал, и там закрыто. Обожаю. Классно, да? В общем, на сегодня у меня сколько задач? 6 задач на день. В общем, сегодня я проснулась в 11 часов утра, так как всю ночь я не могла заснуть, потому что у меня на теле, на лице была непонятная сыпь. Вот тут, видите, не знаю что, аллергия, надо к дерматологу пойти провериться. Сейчас надо записать свои планы на день и выполнять. Вот такие вот дела. Собственно говоря, я сегодня была у врача, оказывается, у меня аллергия. И мне прописали таблетки, я выпила их, и мне стало легче и хорошо. Из-за этого на сегодняшний день у меня не так уж много видосов. Я хотела это вам сказать и поделиться. Да. It's a bad sky, it's a bad, it's a bad. В общем, сегодня все еще 8 августа, время 18:30 или 18:40. И, в общем, что я хочу сказать. Это очень странный день рождения за всю мою жизнь. Потому что из родственников только одна сестра поздравила. Я ей благодарна за внимание, за все. Друзей, не с друзей, подруга, с сестренкой пришли. Им вообще, я их прям уважаю. Спасибо, если вы это смотрите. Привет. И друзьям, которые поздравляют через соцсети, через Инстаграм, тоже спасибо большое. Но все же обстановка стрёмная. Да. Но я уверена, что в будущем все будет хорошо, все будет лучше даже. Вот такие вот дела. Я хотела просто поделиться. Да, обстановка вот такая, вот странная. Вы должны это знать. Да. Всем мира. Так, ребята, на этом заканчивается мое видео. Я хочу вас поблагодарить за внимание, за все. И я хочу сказать вам, всегда оставайтесь и будьте классными. До встречи.